Итак, все привет, дорогие друзья! Проснувшись рано утром в этом новом сейф-хаусе, мы продолжаем проходить игру Dying Light. Если вы смотрели небольшой обзорчик или пасхалку, то вы смогли заметить то, что я нашел какой-то супер-пупер меч, экскалибур какой-то. Но на самом деле я не знаю, нормально ли он или нет. В том смысле, что он очень быстро поломался, то есть он поломался прям с пару ударов, можно и так сказать, да? И его нельзя никак починить, и поэтому я и сомневаюсь, что действительно стоит ли его вообще искать. Но все же вы можете его найти, посмотрев видео, ссылочка на которое в описании, то вы сможете найти его и побегать с ним. Я, например, сейчас с ним бегаю, у него куча урона, но то, что он поломался, его вообще никак нельзя починить. Но сейчас не об этом, мы продолжаем проходить нашу сюжетную линию. Так. Проверьте последнюю точку, где Рахим выходил на контакт. Ага, то есть с ними что-то случилось, кто смотрел последнюю серию. И они что-то кричали по рации, что... This is not good. Что с ними что-то случилось, то есть кто-то на них напал. Ага. Но перед тем, как что-то продолжить, давайте изучим. У меня есть две новые вот эти. Ваше тепло становится крепче, вы восстановите здоровье на более высоком уровне. О, вот это нам нужно. Вот это потом, да, идет. Станьте лучше в паркуре, бегайте дольше, карабкайтесь, набирайтесь ловкости быстрее, получите доступ к новым способностям. Вот это тоже нужно будет изучить. А вот это что? Научитесь создавать щит, использовать его в бою. Хм, я не знаю, нужно ли нам это или нет. Самодельные гранаты, узнавайте, как делать сам... О, вот это можно создать, потом если что, изучить. Так, что тут такое? Он уже превратился, да? Еще скример опять нападет, но этот превратился тоже, в смысле. Ха, а дальше? Опа, вот еще один. Сейчас скример. Аня. Так все. Кого? Какие еще трупы нам находить? А вот. Рахим, where the hell are you? Убежал. Reckon it's me. I found Omar's body on the overpass, but no trace of Rahim. Shit. Any idea where he'd go? I told him to hide in the train yard. You find him, you hear me? That little bastard better be alive. Поищите Рахима в вагонном депо. Ну ладно, потопали. Что нам еще делать? Этого засранца мелкого нужно найти. Только я не знаю, куда нам бежать. В смысле, далеко ли или нет? Так, побежали. Побежали, побежали. Сейчас нужно на карте посмотреть, далеко ли нам бежать. А хотя не, мы уже тут. Туда можно забраться только через крышу, как я понял. Или там есть вход. Нет, входа нету. И зря же вот это тут поставили. То есть для чего-то оно тут нужно. Опа, даже залагало. Может через крышу? Хм, а может просто там есть вход, а мы как дураки тут бегаем, ищем. Сейчас лучше вот так просто посмотреть, да и все. Вот тут. Ага, удерживайте, чтобы зайти внутрь. Ху, ну давайте посмотрим, что тут есть. Экспалибур. Ищите Рахима. Опа, вы что, с ума сошли? Вот для чего я сделал коктейли Молотова, сволочи. Экспалибур, ни хрена себе. Даже поломанный он рубает нормально. Нафиг. Так. Еще одного убили. Фу. На тебе, зараза. Ты где? Ну, он отлетает, видите, как-то очень отлетает зомби, когда бьешь вот этим оружием.
Вот эти все обгорели. Можно пособирать. А сейчас мы, походу, пойдем вместе с ним взрывать вот ту хрень. Опа! Потому что он выжил. Твою мать. Вот как нужно убивать, да и все. Рахим! Крейн, I didn't think I'd make it, so I armed the bombs. They'll blow in less than 5 minutes. Ты что, дурак, нахрен? You're bleeding. Huh? Oh, I cut myself. It's not fuck. Just plant the bombs. I don't move. You got it? I'll be right back. Ага. У нас есть 5 минут, 3 минуты даже. А куда нам бежать? Рахим, can you hear me? Where the fuck am I going with these things? There's a sewer entrance here in the terminal, near the west wall. Use that tunnel. It'll take you straight to the hive. Какой нахрен туннель? Чувак, ты о чем? Ага. Вы с ума сошли. Вот ты с ума сошел. У нас 3 минуты, чтобы добраться до их логова или что это. Кстати, бомбы в гнезде бегунов. Да, 3 минуты. А если нам еще сейчас на пути будут встречаться... Да как мне туда залезть, а? Что-то вот эта лестница. Ребята, 2 минуты. Okay, I'm back on the surface. See that big ass culvert over to your right? Head through it. Once you get into the building, head up the ramp and get up to the floor above. You need to put the bomb on one of the big support columns. Вот этих психов нужно убивать, потому что они висящие, они никак не отстанут, еще нас не убьют. Ух. А как нам туда пробраться? Как нам туда нафиг пробраться? Давай быстро, чувак, у нас 2 минуты осталось. Okay, first one set. Okay. Pay attention. Find some stairs. And get to the next floor up. You're looking for another call. Like the first. Куда и как нафиг? У меня нету не то что времени, я не знаю. А, вот лестница. 1.5 минуты, класс. Бред. Так если это гнездо прыгунов, и они выходят только ночью, почему их тогда тут днем нету? В смысле, в этом темном помещении. А вот и кто-то с них. Ух, ребят, я просто молчу, я не знаю, что сказать, я не знаю, куда мне бежать даже. Тут много всякой хрени, которая происходит. А вот и они, нахрен. Это как, знаете, я легенда. То есть, видите, они вылезли. Как я легенда, знаете? То есть, ночью они не выходят, а днем они сидят в темных помещениях. Эй, Рахим! Это работает, man! Эй, твой план работает, kid! Рахим? Эй, ты копи? Я сейчас тут задохнусь тупо. А куда мне дальше плыть? Походу вот сюда, да? Вот баганые лестницы. И что это? Отведите Рахима назад в башню. Ху, ну это реально было. Так. Come on, Rahim.
It's me, kid. I did it. Нету или превратился? Как вот превратился, мне кажется. Oh, you should have seen it. Oh, God. The whole damn building came down. Нет, Рахим. Oh, shit. No, Рахим, stop. Нет. It's me. It's me, kid. It's Crane. Oh, Jesus. Рахим, stop. So... Ну, поздно уже. It's a fucking bite wound. Oh. You goddamn stupid fucking kid! Oh God, Jade. Crane, do you copy? What's going on? Brecken. Raheem. Raheem's dead. Fuck. Get back here. Don't say a word to Jade. Not yet. Ох, Рахим. Капут. А мне интересно, если мы взорвали их логово, они ночью будут выходить? Ну, мне кажется, будут, потому что если бы не выходили, то игра бы уже, можно сказать, скучная стала, потому что тут больше всего боишься ночи, а если ночь будет безопасна, тогда даже не знаю. Ух, первый раз я дождь вижу. Днем, точнее, я ночью видел, но днем еще не видел. Может, это специально по сюжету, то есть Рахим умер и... Эх, Рахим, Рахим. Ты, конечно, чудак. Ладно, побежали мы в наш... В нашу башню. Чувак, ты что, издеваешься? Как ты же топал туда? Что ты хочешь? Так хотя бы немного опыта замутим. Да как немного, даже нормально опыта там. Ху, ну чё, сейчас увидим, что тут в башне будет. Ух, зараза, а! Ещё и бешеные твари тут. Вот эти бесячие, они такие сильные. Опа. Тут может что-то быть. Опа, вот это зараза. Охренеть, расхреначили. Так. Так, и вот так. Это возьмем, это возьмем. А вот это у нас есть точно. Я всегда забываю, что у нас вот это чувство есть. Вот это полезная штука, ребята. Советую. Взрывной сюрикен. Без него этих бы очень долго было бы убивать, а так очень быстро. Они еще и сбесные, а если двое сразу нападают, то они такие сильные, что с ума сойти. Так они по одному сильные. Это, походу, так они сделали. То есть, знаете, вот эта миссия и... Ночью вот эти сбесные хрени... Но зато можно этим пользоваться, если, конечно, не кончится. What are you doing out here? Так, ладно. У тебя что-то есть, чувак, новые? Да, есть, это все можно бесплатно забирать, точно. Так я же хотя вроде не продал, но ладно. Брекен. How did he die? I had to kill him. It was too late. He turned. I had no choice, I swear. Look, he was my friend too. He was the best one I had here. I know, I know. You frustrated the shit out of me sometimes.
I loved him like he was my own kin. Another dead friend. Another dead brother. I trusted him. I trusted him with those explosives. God, maybe if I didn't leave him there, he'd still be alive. Oh no. Jade! Jade! Wait! Jade, goddammit! Just give her time. She needs to grieve. Твою мать, я чуть не обосрался нахрен. Shit! Get down there! We can't let them take him! Это что, типа, Райс напал? Потому что я слышу выстрелы или... Я чуть не обосрался нахрен. Этот взрыв... А, ну класс. Еще сейчас все опасные мутанты на нас будут бежать. А там стреляют в нас. То есть мы сейчас можем забрать вот это. Я надеюсь. Ух, вот это сложно. Это что, типа ночь? А у нас даже лечилок нет уже. То есть если сейчас мы сдохнем, то все, а мы сдохнем. Да сдохни ты уже, капут выживучие. Паскуда. Фу. Зашибись. Крафтим лечилочки быстро. Я надеюсь, мы можем. Как можно больше. А мы можем, в принципе, нормально скрафтить. Потому что это очень важно. То есть лечилки, без лечилок тут очень тяжело выжить. Я как-то и забыл про них. А там еще с пистолетами, но не с, с автоматами. А смотрите, если мы его еще убьем, то мы сможем забрать его автомат. Я надеюсь, что да, потому что я очень это хочу. Так, ху. А вот это, чертежи, отмычка, взрыв пакеты, коктейли, сюрикены, взрывные сюрикены. Немного, но все же мы сможем парочку скрафтить. И они очень полезные, настолько, что вообще. Только и тоже крафтятся они очень дешево. Гвозди. Угу, тут еще и ракеты, в смысле гранаты вот эти. Инвентарь. Так. На расстояние ночи. Короткие осколочные гранаты. Взрывной сюрикен. 24 штуки. Они, значит, они стаками крафтятся. Так, тогда. Я не знаю, что там было, но... А, ну так если ты стрелять будешь... Пушечка! Ребята, пушка! Так, ладно. Пушку я хочу, очень хочу. Полицейская винтовка, класс. А как, куда ее одеть? Нож, нож. А, в принципе, вот. Пушечка, но только там патроны, да, 10 патронов. А патронов у нас немного, но да ладно. Ух, какой прицел. There's no one inside. They took Zera and drove away.
Куда? Куда? А куда нам идти, что-то я не понял. Shit, Brecken. Zara's been kidnapped. His trailer's on fire. God damn it! You see what happens when you fuck with Rice? You should never have hit that school. Some of our people spotted a big knot of bandits heading back to Rice's garrison. That's gotta be where they took Zara. Да нет, они вышли на охоту ночью. А нахрена мы тогда взрывали, если они на охоте? Бред какой-то. Вот, нормально. Так. Маскировка. Научись использовать трупы, чтобы скрывать свое присутствие от мутантов. О, научись использовать эльфийский отряд. Это можно. Это нужно использовать будет, точнее протестировать. Научитесь использовать оружие более эффективно. Оружие ближнего боя дольше сохраняет прочность. Этот мощный... Вот это нам сначала нужно. Так. Так эти чудаки, они же выходят на охоту ночью. А нахрена мы тогда взрывали их вот это место? Бред какой-то. А нахрена мы тогда взрывали? Я чуть не понял. И что это нам дало? Да твою мать! Reckon there's no apologies necessary. Жопа нам, ребят. Don't worry, I'll bring Zara даже убежать back in не one piece. Just be careful, okay? I'm sorry about Raheem. Охренеть! No, I love that stupid kid. Дай убежать, пожалуйста, прошу. Фу. Смотрите, сколько у нас аптечек? 19? Ладно, ребят, на этом мы заканчиваем, наверное. Да, охренеть. Серия эпично получилась. Ну, давайте заканчиваем. Если вам нравится прохождение, то давайте ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.